Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на корм нашим кабанам будут креветки. Вот, посмотрите, какие. И мидии. Мидии. Посмотрим, как они будут кушать. Вообще понравится им. Здесь килограмм, наверное, 40. Ну, 30-40 примерно, плюс-минус. В общем, говорят, в России плохо живется. Да нормально живется, вон кабаны едят мидии, креветки. Мы, правда, не едим. Кабаны едят. В общем, животным здесь точно хорошо. В России парк волков. За наш парк я могу гарантировать, что животные всегда сыты, накормлены. Я максимально делаю для этого все, чтобы действительно у них было лучшее питание, чтобы они ни в чем себе не отказывали. Вот наши кабанчики. Самарские два светленьких, маленьких, полугодовалых. Плюс-минус, и вместе 7-8. И питерский кабан Эверест. Посмотрите, какая машина уже. Полтора года. Вот, еще улитки, покажи. Смотрите, еще вот такие улиточки с чесночком. Ой, как хрумкают. Там у нас вкуснее, скажу, еда со стола. Ну, имеется в виду там кожурки от бананов, от картошки, от морковки, в общем, такая вся еда, часть. Хрюшки.